Так, ловушка для меня. Ты!
тебя уже видел высоко в небе. Я думал, мне показалось, а ты настоящий. Настоящий живой дракон. Меня называют Нага. Я самый старый из всех драконов. Повелитель ветра и князь огнедышащий. Демоны приняли меня и заперли здесь. Прошу тебя, человек, освободи меня. Избавь меня от огонь. Лишь ты один способен это сделать. А с чего это я должен тебе доверять? Что помешает тебе сжечь меня дотла в ту же минуту? Прими сострадание, хозяин. Ты должен освободить Нагу, и его сила окажется на твоей стороне. Ты можешь многому научиться у драконов. Они древние и почтенные создания. Древние и почтенные, значит? То есть он такой же пустомеля, как и ты, да? Человек! Как ты можешь зря терять время? Когда демоны захватили этот мир, они заставили меня стать воином их нечистой армии ненависти при помощи чернейшей магии. Освободи Нагу, и ты найдешь медальон древних, могущественный артефакт, позволяющий повелевать драконами. Он вступит в наши дни. Ну что же, мой дедушка скакал в бой верхом на лихом коне. Наверное, верхом на драконе примерно то же самое.12 декабря 1916 года. Горизонт пуст, только дым и пепел.